Так а что, есть у нас танк, который вместо Вани будет танчить? Вроде же будет. Где у вас? Медведи? Где у вас ты тут? Где у вас? Я знаю, что ты в РК, кого? Жира что-нибудь сидит. Куэ, прошу мод есть? Да, есть, да. Геру танчил вообще? Да, ну вчера, кстати, с пугами, но там, короче, рейд говна, мы вайпнулись, потому что заморочились рейд. Короче, спекнешься, БДК поживучий, захиливаем рейд. Так, на боссе будет Макгрегор. Там еще другой ДКшник тоже предлагал. Нет, пусть КВ лучше. Погибни, блядь. Резайте. Резайте рог. Кубам даю. Ширк, Джаспанк, вы тут? Чек на ВК. Понимаете, что вы здесь. Быстрее уже резаемся, сейчас начнем. Килька, иди сюда. Килька, ты тут? Варенька, варенька. Так, все готовы. Значит, танка 2, Макгрегор. В смысле, все готовы? Ваня, вон в протоспеке. Я спекнулся. Это. Шамана нету ни одного бафа, нету маны. Да что ты раскипятился-то? Фулбаф даем. Я же не говорю. Ты спулишь босса, мы упадем сейчас. Блядь, успокойся. Давайте фулбаф. Я же не говорю пулей, блядь, не говорю спускаться. На боссе будет Макгрегор, КВ будет на второй фазе менять его. Все глыбы под босса будут, в сторону скажу, Геру когда скажу. Так, Дил, у вас ты тут? Сука. Дил, у вас ты тут? Да, я сказал, я буду. Ты хоть в РК-то отвечай, или где-то, или в чат. Я же ответь. Чекну. На второй фазе в стороны не выбегаем, РДД. Хотаем рейд, первую, вторую пати, там маги всякие. Хотаем рейд, сейчас спускаться будем. Спускаемся. Защиту от льда, поставьте паладина, темный магий стоит. Причем 14 стаков. Не стакайте так, если не уверены, что вас дефает. Я другую кожу отдал просто. Метки сейчас 6 метров. Ставим метку. БДК метка, я в центре 4. КВ словишь бот. Говорите метки, Ваня. Кто-то говорите. Так, кто видит. Слева далеко. Короче, справа. Короче, смерть 200 гп. Слева. Правый склеп по не бейте, бейте левый, в центре падает. Центральные два склепа бейте. Слева далеко падает, когда босс будет приземляться, доти гимн на хп читай. КВ, лови босса, доти читай гимн. Теперь бессильно!
Не помрите, ладно. Чувствуете, как ледяная ладонь смерти трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Давайте также с меткой. Метки друг от друга рейндж словить. Метки до половины подбивай. Слева падай, спрятай. Тут за которой куча стоит, не бейте. Блять, БК не умри. Справа далеко. Слева. Стопните автоатаку, вон ГП на лестнице спрятались, сзади на лестнице все. Давайте разбивайте. Это был холлипа. Я подниму холлип. Так, Джей, поднимай Матанга. Давайте. У меня с фулл ХП рез, хоть кто-то другой поднял. Конскюрит, поднимай Матанга. Конскюрит, Матанга, поднимай. Поднимай, поднимай. Поверни. Дядь, поднимай. Справа он лежит, справа далеко, сзади. Вот там, да. Давайте, притяжка. Притяжка, отбегаем. Беги, малышка, беги! Даем гир. Тупо по КД. Сейчас фаза, смотрите. Метки все играем под босса, в сторону прекращаем бегать, ставьте под босса. Под босса и разбить. Стрела под... Заткнитесь, блядь. Стрела под босса и разбить. Милики съебали. Левее чуть-чуть. Разбили сразу. Под босса Джей, не бейте меня. Можешь менять. Куве как скинул, так меняй. Что ты там стоишь? Притяжка. На те 6 стаков ты пошел менять. Я хуею с тебя, блядь, хуэ нахуй. Приготовьтесь разбить. Разбили метку, листок под босса. Ушли милики оттуда. Не бегите, сука, туда. Листок под босса, ушли все оттуда. Сразу разбиваем метку. Разбили метку. Танки, блядь. Дотти под босса сразу разбили. Под босса сразу разбили. Сразу разбили метку. Прекращайте хлопать, милики, блядь, прекращайте в сторону выходить, блядь. ХП поэкономьте свой. Киньте танк, хорошо. Морден остался, а милики ушли. Залейте холик уман. Сейчас зальем. Разбили сразу, разбили метку, быстрее метку. Сука, сначала метка, потом босс здесь играется. Милики, фурики, нормально у вас ХП там? Не хильте фуриков нахуй, падайте, блядь, будет вам по сотке, блядь. Никчем остался, милики ушли. Сейчас будет притяжка. Не бейте глыбу. До половины подбивайте аккуратно глыбу. Аккуратно подбивайте до половины. Чё, блядь, стороны нормально выбегаем. Разбивайте глыбу. Метку под босса, килька под босса, милики ушли. Ушли все из-под босса, кроме кильки. Сразу метку разбить. Сразу разбили. Следующая также под босса и разбиваем. Морден остался, милики ушли. И сразу разбиваем. Разбили. Давай, метку в сторону и зерга. У кого гимн на ХП был, читайте сейчас.
извините, на чем? Часы на мейн роли. На офф роли часы. Покорители роли. Сука, откуда мы взялись, блядь? У тебя же написано, что ты бис в заметке. На танк у меня не бис. Один токен надо. Я видел, у тебя в заметке было написано DC 6.6. Так, кто там мэджик? DC может DC 6.6. Арку взять, две чешки. Все остальное без комплекта. Дети будут 6.6. Слышите, а Волонир в ДЦшке вообще идет или нет? Как ты думаешь? Ну, думаю, что это масло масляное получится. Хули Престу идет. Не, хуй то. Да идет. Короче, только Шами нормально, да? Хэповый Шами. Ну забери защитника у Килька, Килька тебе даст. Обычно укинул защитника. Килька в банке. Давайте на чумку бьем трэш. А ты удивишься, когда придешь. Количество трупов. Треугольник. Бабло. 400 голов только у меня. Квадрат, да? А кристаллы против. Ну надо, я пыльну. Еще и токены у меня забирают, блять, последние. Мэджик, тебе сильно надо токен, этот ебучий. У тебя у вас токен? Ага. Ну ладно. Шо там стрела твоя отходил? Токен с бычкой я тебе кинул. Спасибо. Так, собаку сюда заводим. Назад, назад заводим, блядь. Сюда прям её, блядь. Кот там, блядь. Кот там, блядь. Thank you.
сюда заходим, собаку бьем, никуда в сторону не бежим. Ничего не активируем. Наверху там мелкий негодяй. Бега, притяните вот этот кружок. Еще один там петушар. Залейте мелкий. Сейчас стопните АОЕ, сейчас вас отхилят. Теперь АОЕ. Забирай река. Так, ловушки активируем. Пидора маленького бейте пока. Давайте. Пацаны, одни боеемы. Пошли на него. Значит, на рейндж пойдут. Это не шутка, внимание. Две совы, два шипе. Хант. Это 5 человек. Лок, 6 человек. Не переступайте на шипе. Выключите, блядь. Это, два мага пойдут, брат Вудиалина и Shadow Morn. Мэджик под боссом остаешься. Если кто-то упадет, мэджик блинкаешься сразу на рейндж. Ну или выходишь. Так. Бафайтесь быстрее, заходите за линию. Джей, заходи за линию. Куве, беги быстрее. Так, вот, не забудь. Дайте баф. Дайте фул баф. У кого чего нет, чек на пул. Приготовьтесь разорвать. Приста баф нужен. А, есть. Чего-то нет, духа нету, дух бафники приста. И темную магию можно. Значит, на рейнже, этот, верзила, принимай, блядь, готовность. Конскюрик, ты рейн на рейнже. В смысле? Нет, стой на рейнже. Блядь, верзила. Что ты вайпнешь? Рейндж вайпнешь? Чек на пул. Стой на РНЖ, бегает луж, можешь не дамажить. На счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Гер. Сами дальше спахивать, мы склоним. Чего говорит? Про сколку сами теперь спахивать. Все правильно. Ты мог бы сейчас постакать, а потом выйти. Конечно, уже стою, там 5 стаков я набил уже. Сова, на тебя не достают, конкюрт. Он лагает. Не падайте, никто, хитьте хорошо первую, вторую группу.
Беги, малышка, беги! Бенджик, блин. Блин, кто там, маг? Так. Хант, поднимаю тебя. Вставай, Хант, захил Ханта, захил Ханта. Выходи, Хант. Маг обратно под бот, чтоб блинковался. Добиваем этого дурака. Слышал, про товар есть что-то, что Freedom дает? Ну именно не эфир, а Freedom. Нет. Самому себе, если только вмешательство, когда используешь, с тебя снимаются сковывающие передвижения эффекты. Так, ну что, я на локу захожу, спекни там кого-нибудь хила. Ого, да я поэт. Джейв хила. Потрясающе. О, сейчас Ваня заваншотит. Не, не заваншотит. На девятом стаке заберешь, что вы нажмешь. Зачем вы мучаетесь? Вот смотрите, я вам просто кое-что объясню. Есть в рейде БДК 6.2 ГС, который Синдру затанчил. Есть, короче, ВАР, который 6.6. И вот БДК этот с ником КВ в анхолике дает 5к ДПС, а ВАР этот будет давать 20. Ну, не 20, да, но там в тройке будет. Все правильно говоришь. Типа, согласен. Вы только все ЦЛК не так танчите вообще. Ну, правда, я не знаю, кто будет у вас трэш на личе танчить, но до этого как бы их надо было сразу местами. Там дил вас протопал. Это самое, сейчас подождите, разрулю эту хуйню, все. Так, прида, Мэджик. А вы на ком? Мэджик, ты шмотку забирал какую-то уже? Мы на тухлом. Только там. Так, Мэджик. Три босса осталось. Так, могли бы меня сумануть уже, конечно. Бля, идеально тоже сумануть. Кстати, шкаф сумануть идеально. Джей, ты спекнулся в гардероб? Да. Короче, Кирка спекнулся в ДД. КВ на профи потанчишь, на лече не знаю чё. На профи будешь в кукле. КВ, ты не лагаешь? Не лагаю, только я ни разу этого не делал. В смысле, кукле не было? Ни разу. Дайте баф в полу. За куклу там я могу потанчить. Не, ну вот в куклю уже Солнце. Можно и Ваню сажать, как бы. Ну да, пускай КВ 5к дает, ладно. Короче, смотрите. Личи дашь? Да дам, блядь, подожди, потом на ивенте дам. Давайте, чек на пул. В метке. Квадрат. И треугольник. Сносите споры. Станьте треугольничком, пожалуйста. Не друг в друга метки и не под босса не бегите, блядь. И одну под босса. Все споры словите, не умирайте. Чек на пол. Дай лапу будет. Дай лапу. А можно кулак по ханту? Ханту, кулак, принимай готовность. Значит, на девятом. Кто в танке сейчас, блядь? МС Грегор. КВ. КВ, у тебя 50 кг. КВ в анхолике. Спекайся. Смени власть, КВ. Он в отхолике, спекайся в танк. Смени власть. Смени власть. И танчи на в отхолике. Тихо, боссы не сами. Я из Беларуси, у меня власть не меняется. Зачем Верзила спекнулся в танка теперь? Давай у него спросим. Так, Верзила. Там в РД. Он в армсе, а, в фурике. Короче, блядь, чё ты меня гонишь? Начинаем, Эгрегор. Слав, а ты думаешь, что так кошак орёт?
Что, дру? Споры разнесли. В танке спора ни к чем вышел. Куда там, квадрат? Милики ближе к танку. Что вы, не понимаете без команды? Смотрим на танки спора, а где споры разносить? Милики ближе к танку. Последние споры разносим сейчас. Так, вот кто не забирает, забирает. Незыблемость отдай. Назад откинь доску. Рейндж нарушай. Забьем сейчас. Смотрит кто сверху, естественно. Да. Как последняя серия? Которая со Скуби-Ду? Или там уже следующая была? Понятно. Вот сейчас заценю после райда. А я, короче, смотрю в перевод этого Cold Film. Ну, все смотрят типа новый фильм там или Lost фильм какой-то, короче, ну типа голоса знакомые. А мне похер, короче. Ну, я тоже как бы... Ну, блядь, я другой человек просто. Смотрю, короче, почему стал смотреть Cold Film. Он, во-первых, первый выходит. Во-вторых, там такие голоса, блядь. Как будто, блядь, кузов. Это бухи какие-то. Сейчас тапки упадут, твой. Тапки падают, смотрите. Вот тапка, смотрите. Лохакбар. Я тебя наебал у дяди. Блядь. Да, бывает такое. А что там, проф, Лич остался, да? Да. Здорово. Че, я в сову? Да. Пошли на ивент, ставьте шкаф там. Так, тут что-то у нас. Нанесенный урон, стрела, боль. Чё тебе сделал? Плечи. Это бесплатно. Спасибо. Что линкуют, что-то пишут. Пули на вылет, блин, можно мне в шею? Да, конечно, можно. Кинь обмен. Но я иду с ЕП на другого перса, это ничего? Но она не нужна никому все равно. Блядь. Чё там не запускается?
Ваня, покажешь что-то, хуй знает. Кикни. Ваня, ты тут, Ваня? Какие люди, привет, Роман. Джерион, профлич, хочешь вырваться кем-то? Да, надо сильно. Ну ты чё, охуел? Ваня же сказал, что он вернется сейчас, что он пошел кота там трогать. Рома, чё ты не здороваешься с пацанами? Привет, Димон, Димка, привет, Димасик. Димочек. За Ливин раньше говорит. Да Ваня вернется сейчас. Да блядь, мы кикнули, чтобы ивент запустился, алло. А зачем, кому вы замену ищете? Тебе, блядь. IQ 50. Поменяю Романа. Пока, пока, пацаны. Сейчас его выкинет там секунд 20, наверное, 30. Короче, дамаг слабенький. Сколько на этом, на сурке было? Есть у кого-то инфа? Я не помню. 266 сказали. Сколько? Если кто-то вчера не в курсе, я вчера отрейлил час с рейдером ДПСом 275. Ну тут хуже рейд, так что, блядь, ни одного лага. Да я вчера лаг... Ой, вчера. Я на сурке лагал, короче, поэтому на мой ДПС не смотрите. Ты не забываешь нас встречать? Кем? Пробуй, с кем правильно? Сорвай. Здесь Джерион, слышишь, сейчас это... Если поможешь каким-то ДД, убьем лича там с первого, со второго трая, соберем еще ЦЛК, наверное. Ну, РСК я не знаю, можно, в принципе, если вас обсуждают. Можно ЦЛК. Какой ЦЛК лучше? Можно второй ЦЛК сделать. Нет, два ЦЛК, вы чё, это уже слишком. Да, не мой. Да, Толк, это как мы тогда сходили, помнишь? Я лучше собер. Нормально сходили. Да, ранил я. Вот это мы сходили. Там сначала Бибо провел, потом ты. У тебя там на 10 минут быстрее рейд получился, или на 20. Так. Уве, я не знаю просто насчет твоего ДПСа. Ну ты можешь мне объяснить, как типа в купле сидеть, либо взять кого-то вместо меня. Зарян, я тут, там что-то есть места, или уже добрали? Сейчас мы тебя принимаем. Ставьте еще шкаф, если есть здесь. Боль есть, когда у тебя нет на шкаф? Так еще и танком? Да. Там вы расщепляетесь, надо, кто нет. Потому что я, если не надо, я откажу. Тогда пока. Ты приходи на следующий рейд. Ты, да, ты подходи, может, на лича еще подожди. Через полчасика. Вергилий, ты здесь? Куве, да. Пока в Долоран. С собой могу. Ну или кем надо. Кто больше даст у тебя? У меня мах. Никто, я могу баром задамажить. Так. Ну, говори, кем заходить. Кто у тебя больше даст, говоришь? Мах, лок на КД. ТТВ. Заходи. И еще есть ШП. А ШП нормально дамажит? Да, так. Ну давай магом заходи, только охуенно дамажит. Я продал, короче, рецепт, я тебе могу отдать голду. Куве в этот, в Долоран. Вой, ты так ЮВ можешь кинуть ЕП, я тогда и на лича не пойду, мне в принципе ничего не надо. Я кинул тебе 1800. Будет без вайпов, я тебе еще косарь кину. Окей. Так, сейчас суманем мага. Так, сумоньте мага. Тыкайте в сумму. Короче, будем стопать, все как обычно. Ваня, знаешь, как что замедлять. Зеленого не замедляешь. Значит, РДД, знающий человек у нас будет. Кто это будет? Реал Прида, ты в курсе, как РДД ставить, чтобы отлетали нормально они? Ну или давай, да, пуля. Да. Давай, пуля, ты будешь кружочек. Давай не я, потому что я могу в тучку, я могу ближе стоять. Поэтому как бы не надо ближе, во мне стоять. Не надо ближе стоять, это первое. Значит, будет Зерил Прида кружочек. РДД будет отлетать в одну сторону. Милики будете стоять в квадрате. Так. Чек на пул. Так что нельзя? Да, пробахайте магом, магом пробахайте. Так, знаете что насчет хила, мне кажется? Мне кажется, надо будет еще хила. Слышите? Ну типка, как там хилиться?
Не, заебись, все. Ну смотрите. Будет, четко. Смотрите, не уроните никого, сильно хильте. Морден готов? Значит, приготовьтесь. МП5 могу. Килька, иди к столу. Все, короче, готовы. Килька, иди к столу. Танки, подходите. Все, подходите, блядь. Так, пей, он выпил. Переводим меня? ДК начинай, стопаем. Бьем. Бурсты, сука, не нажимайте сейчас. На двух слизней бурсты оставили свои. На вторых двух слизней, там рост был. Дай бог бурсты отдадите, блядь. Идем под зеленым. Чума, Миликс, чумой сейчас в РДД, выбеги. Стимп, выбеги в РДД, отдай чуму. Никчем, выбеги. Никчем, отдай. Босса не бейте. Стопайте, дамаг. Отвернулись. 32%. Отвернулись, стопнули КАЗ, блять, совы. Идем зеленым. Почему ты замедляешь? Мне хватает роги. Милики сейчас к РДД бежим. Добили, переводим. Переводим. На двух хватит тебе? Да. Хорошо. Зеленый дебаф к столу, красный бьем слизня, кроме беги. Свои дебафы играем, от красного беги. Ну и потом красного еще раз заметим. Пустя, да? Сильнее бьем слизня. Вижу дамаг. Отлетайте не к столу, от зеленого. Не к столу. От стола бегите. Бегите от стола, бегите к центру. Сейчас кто зеленый отлетел. Выбери цель, убьет, блядь. Сбежались. Добили красный. Добили красный. Красный смена, все, добили. Бьем. Сейчас будет красный. Захилили всех на фул. Что-то я ничего не чувствую. Я, блядь, чуть не прослакал вас. Переходку. Сейчас колба будет. Так. Блять, я походу вылетел. Диспельте куклу. Диспель куклу. Диспельте куклу. Быстрее. Сука, успею, нет. Красного далеко, от красного от далеко. От красного далеко, уходите. Боб кинешь. Боб цели, боб цели. Доти боб. Боб, доти. Боб, все, бейте красного сильно. Все милики в красном. Рома по базаре попил. Становитесь, как вначале вставали. РДД подальше, милики под кран. Блять. Ты тут. Бегай. РДД, встаньте в центр, милики. Пейте зеленого, ковыряйте. Сбежались. Сбежались, сбежались. Давайте, сбегаемся. Чему передаем, не забываем. Там ромби и аппарели. Давайте, бейте профа. Смотрим, колбы сейчас будут. Пельмени, центр. Так, куда это очень пришел сейчас в тебя? Отойдите от красной колбы, кто-то стоит. Бейте профы. Слав, те две лужи уже не пей. РДД, бейте красного. Допей лужу, допей. Давайте красного бейте, все бейте красного, потом будем профы переводить. Слав, пей сейчас новые две лужи будут. Их лучше выпить под профом. Ты большие уже не выпьешь. Ну не туда, не туда беги, там лужи все залито. Добивайте. Иди профа к выходу, там где выход. На противоположную сторону. Переводите. Идите все к выходу. Сюда прям идите, бегите. Давайте так сюда. Так он сейчас убежит к столу. Ну пусть убежит, там слизишь в будущем. Сюда бегите. Давайте, смотрим. К зеленому сбегаемся, от красного бежим. Дайте рост. Дайте рост. Сбегитесь, к зеленому, сбегайтесь. Давайте, зеленый ретар, избегаемся. Так, давайте, боб, готовьте, красный ретар. Так, сейчас будет ретарит красного. Пуля гибных. Нормально. Ретарит красного, все, играйте по профу, нормально. Тут стой, танчи его. Впереди профа не стойте, чтобы лужи не полились. Я заберу. На трех стаках. Ну,
кого на диван есть рейн? У Ага. Ага, дашь на Макгрегора, когда скажу. Давай на Макгрегора. Дали тебе Макгрегор? Да. Ваня скажет, когда забрать. Еще один диван тоже нужно готовить. Да не, нормально. Давайте колбы там аккуратно. Колба, секунда, сколько стак? Нормально. На трех поменяй. Все, забирайте. Забираем. Дайте мост. Осторожно, мини. Колба, пройди чуть. Все, добивайте. Экстремальных условиях. Я слышу, пусть там кто-то в танка спекается, потому да, что я не буду танчить. Не знаю. Че маленький. На мейн рольте хламиду. Надо кому-то на мейн. На офф рольте эту херню. Наверное, не надо никому. Я думал, ты уже или тебя потанчишь, ты меня подвел. Давайте. Давай. Пробить еще может. Так, покоритель, выше меня не кидаем, блять. Сука, все равно кидают. Конскюринг. Как неожиданно. Заебал, уступишь токен последний на мишку. Что, ты резко? А, конскюринг. Объясните, мало кто там бежит. Да зачем ты их просишь уступить, Войд? Ну что, ты токен еще не заберешь? Ты ходишь в каждую неделю в эти рейды. Блять, что ты вылез? А че, мы не ППР идет токены? ППР. Войду можно уступить. Ну я бы не успел. Я бы тоже. Я бы тоже. Пидоры, блядь. Я бы тоже. ГП в 5 утра, блядь. Пошли на лича. Короче, тут все очень просто на лича. Короче... Блядь, как это называется? Нечетные вальки, первые, третьи, пятые, станет паладины. Кружок станет Аго. Это первая валька, которая спускается. Вторая валька Матанга станешь, это ромбик. Третью вальку Дилва станет. На вторых, четвертых, шестых вальках. Шестые вальки это вайп. На шест... Так, на этих вальках будем ставить, короче, я буду станить кружок. Кот. Рога будешь станить ромбик. А... Археонт. Не знаю. Или совы. У какой-то совы есть мишка? Мишку из там. Хорошо, конскюрит, постанешь трусы. Вторые, четвертые вальки. Все. Так, по станам сказал. Здесь же Холику можно с миликами бегать? На первой фазе. Да бегай, только ты, ну, чуму вынести там, не прослакай ничего. Ну, понятно. Так, диспелить чуму будет Дуду типка. Все, 4 охуенных хила, чек на пул. Я подожди, да, я добегал. Ты не здесь еще? А, почти здесь. Макгрегор, чуть-чуть. Макгрегор Кун, ты знаешь, как делать, что? На 75% yep. Там удар смерти отдавай, чтобы ЛПшки накопить. Этот, Шадоморд. Еще раз чек на пул. Шадоморд, ты здесь? Все принимаем. Пристабав дайте. Дайте пристабав. Лапку еще раз. Килька здесь, Килька? Да, готов. Так, Аго готов? Да. Запустил. Значит, вальки бьются все. Встает рейд в метку. Неужели прибыли наконец? Хваленые силы. РДД поводит типка. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться. Это кружок. Это звездочка. Мы даруем тебе быструю смерть. Ну, да. Вперед, чё? Ты замучил и погубил десятки. Не туда, да. Вот. Вперед, метки не забегайте и сзади не стойте, чтобы мы успели чуму вынести. Просто вы делали это с трастом, что не вайпайтесь. Вам косарь ебани лишнее дома.
А что делать, чтобы у мага Италик и Чешка прокали одновременно, а не как пизда? Молиться войду, это самое, дайте кулак пока там. По друидам быстрее кулак. Кто за кулаки, по друидам кулак. Не вижу кулака, 5 секунд до боя. 2 минуты кулак. Во, все. Приготовиться. Внимательно все делаем. Великие прошли. Алло. Улетаете 200 гд, похер кто улетит. Чума секунд. Ой-ой-ой, блять. Чума, листок донес. Что у тебя, нормально все? Я не там мутант был, все уже отлично. Ловушка, 3 секунды смотрим. Милики прошли, милики быстрее. Чума, 3 секунды, приготовились. Смотрим, чума на ком. Стрела выносит. Ну, сейчас умрет. Трэш заберите с него. Брал бы трэш с собой, да. Нихер бомбы вешать. Осторожно, милики, в круг не наступите вы. Шарпиш, ловушка секунда. Приготовили. Милики пошли. Милики пошли. Блядь. Ты нубас? Если меня по товарам бы убил или нет. Вас, блядь, как дела у тебя? Да короче, его ударила чума, прокнул ревностный. Ну да. Его... Ну а что ты себя чуму не диспелишь? Она так долго висела, вообще долго. Да я ее сам не заметил изначально. А потом шаркающий тупо все время красный без единого стана бил тебя. Ты как стоял, так и стоял. Куда ИП? Не, не считаю, что это его вина, короче. Не, да, с магов трэш забирайте, потому что на нас висит трэш, это ненормально. Хотя бомба висит только на лече. Так ты и на трэш вешай. Давайте, милики, значит, чтобы на магов не бежал трэш, нужно вихрем и рассекающим бить. Ретрики, да ничего бомбы, не нужно там вихрем делать, не... Ты вот сейчас придумываешь им лишнюю работу. Блядь. Пусть делают как надо все, а не бить рассекающим. Треснулись, прибежали быстрее. Сказки будете бабушкам подъезда рассказывать. Там, ну, протопал, короче, это в него вопрос. Я больше никогда танчить не буду. Пизду. Да не расстраивайся. А чё там сложно, что ли? Ты видишь, покраснел сразу стан дал. Тот массовый. Так я не заметил, сильно, что на мне чума была, релос не дропнула. Я вот этого не заметил. Я обычно его под конец уже даю. Не забудь включить неистовство, потому что мне сейчас не, показалось, что не было его. Нет. Он у меня стоит. Сейчас стоит, а в том трае, ну прям вообще вурдалаки на тебя не шли. Так, пока не забыл. Чек на пул. Пулбаф, давайте. Альфредас, куда ИП получаешь? Матанга, ты где Ла там Форс есть? На кого? Лафорс. Рога такой. Диспеллер тоже дай ГП.
То, что он с меня не диспелил. Рыбу бы! Я привык, что Павлы сами себе диспелят. Могу подиспелить. А, ну спасибо. Можно сам подиспелить я. Протопало для этого игру врать, чтобы он сам себя не спалил. Так, чек на пул еще. Батанга нету на платформе, что ты чекаешь? Ну так ставь больше шкаф. Тебя кинули на епазе, Леви. Да хули, блядь. Думал фул получать будешь. Ну почему бы нет? Я же убил Лича, а ты нет. Я боюсь, что Археон не продолжит с вами идти на Лича. Меня лагает. Портуйся в Долран. Джерри, он хулипал есть? В данный момент могу вылететь. Есть, могу похилить за 300 тысяч голд. Портуйся в Долран. 300 тысяч голд, я жду в трайт. Так что там вас 25 человек, думайте, как вы это будете делать. Я жду 15 голд, Джерри. Я знаю. У меня уже есть 15 голд, зайди, я тебе отдам. Ну такой, а что, кого вы меняете? Хулипала. Могу зайти Хулипалом или Ршамом. Сиди на сове. Джерин, ты заходишь? Да. Не показалось или он... Он в Хулипале сейчас был с ним? Кто? Ну вот этот, Археон. Сейчас ни один танк не упадет. Спекритесь, я буду хилить в 3 хила. Нет, там прикол в том, что он был в мелизоне. Он был в ретрике или что? Ты сделал, чтобы танки не упали, этого будет достаточно. Хулипал и должен быть в мелизоне, чтобы регенить ману на первой фазе. Дикотина с ума. Жжбьет правосудие, ебарасотка. Джерри, он куда ИП? А. Сюда? Мне? Да, не знаю. Подожди, мы себе проговором станешь, ты мне ваншоты захилишь? Да, можешь спекаться, Ваня, я захилю. Джерри, если ты ватьки будешь лететь, все равно захилишь. На этого паладина ИП, да? Да-да. У меня голда на присте, а чё ты мне трайт кидаешь? А прист находится на X5. Файл и релогнусь, разбагаю правосудие, и мы давай начнем. Станешь, короче, вторые, четвертые, шестые вальки, этот, какую я говорю, треугольник. У нас есть ДЦ. А, там же сова постанет, все нормально. Ничего не станет. Если там сову, кота, рогу схватит на вторых, четвертых, шестых, там, застанешь кого-то. ДЦ, да. Так, чек. О, Хулипал и ДЦ, вы, конечно, придумали. Ну, блядь. Все готовы, запускаю. Джерриана, нету маны. Нету бафов. Ну залейте две совы, мейдер. Ну он отъест сейчас. Рыбу поставьте, срочняк. Вон рыба стоит возле меня. Да вот стоит возле меня рыба. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Это мне Пертауэр, освободите, пожалуйста, кто там. Кто танк, Макгрегор? Я Макгрегор и Дилвис. Эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать твои отчаянные крики. Давайте, у меня времени на один трай. А как же РС, Рома? Чё? Как же РС? Да не, ну я уйду потом, уж когда-нибудь приду. Позвал посуду помочь. В церковь никто не ходит? Не. Давайте бьём. Алло. Ты на чит не идешь? Да нет, я просто гулять. Смотрим сейчас ловушку. РДД прошли. Санскюрит у нас. РДД, РДД.
Ловушка, секунда. Забирай бурдалаков с мелизоны. Тебя ж не разгоняется, РЖД, чума. Пошли. Чума, 3 секунды. Миликов проводи чуть-чуть. Милики, приготовьтесь на вас. Чума, секунда. Диспел. Уже ревность. Кофе бить на него. Джей. Я без него хочу. Не уроните дилу. Проводи миликов дальше. Проводи еще. Вот до шипа доведи. Ловушка, секунда. Сейчас на тебе будет, наверное. Макгрегори. А, на РДД. Чума, на дилу, если ты спел. Выноси Дуду Тивка. Ловушка, смотрим. РДД прошли. Протопал на край. Миликов к порталу подводи. Плести можно. Мотаг на каплю. Я зубы дал. Идти его хорошо. Сейчас смотрим. Ловушка, милики, далеко на прошли. ДК. Чума, Матагна, выноси. Не выносишь чуму, да, диспел парей? Матагна, надо будете его, его диспелить, нет? Попробую поднять. Он ее кого-то унес, типа, от меня, я хз. Далеко не там был. Далеко, нахуй. Молодец, нахуй, охуенно там стоишь. Матагна, напиши в рейд, если ты тут. Это все. Дело свободен, подводи трэш вордалаков, собирай. Шадоуморн, блядь. Хиль теряет. Я подниму Шадоуморн. Приготовьтесь захилить его. Вставай, захиливайте его. Захил. Так, там ману шмар. Спойте на ману. Пули на вылет, бей шары. Ребята, маг умер от того, что на нем трэш висел. Почему трэш не забирают? Да глыбу нахуй отдай, маг. И трэш не будет. Кто на низ скидывает? Ну, блядь, чё-то вниз уйди там. Блинканись. Квару, блядь, Дилвасу. Скажи Дилвас, помоги. Матагна, ты здесь? Напиши в рейд час сейчас. Пошли на край, духа сильнее. Шар разбей. Бейте нахуй. Значит, конскюрит, подними Матагну прям сейчас. Идите, звездочку. Идите, подлечал уже, кто блинковаться не может. Звездочку стали. Матагна, быстрее звезду беги. Сейчас всех валик бьем. Бьем валик. Охуенно, блядь. Кружок разбить. И две вальки. Ебать. Теперь ракету можно падать. Есть БР один. Есть БР. Джей, поднимай конскюрит. Листок, поднимай АГО. Сейчас первая валька, когда спустится, бегите вправо-влево, будет лужа сразу. Приготовь. Станы сейчас будем давать. Побежали вправо-влево. Убежали, вышли, вышли. Ну, блядь, под вальками лужа. Бьем валик, силь. В ромбике Эршам, в ромбике Эршам. Две вальки бьем по хую, где Эршам, две бьете валик. Дал стан, разбили все. Надо хуйни говорить, никакой лишний. Так, Геру, сейчас на РНЖ стоим. Дайте Геру нахуй, шаман, ёбаный рот. Сейчас на РНЖ стоим, лужа, и сразу идем в центр, ушли в центр. Служи вышли. Обходите нахуй быстрее. Вы сейчас все улетите на другую сторону. Ебать, бегите нахуй быстрее. На все забили. Встали звездочку. Сейчас смотри, улетают нахуй. Вот этих, которые возле лича, блядь. Трусы хил. Да и в рот его, ебать, Джерион захил. Четвертая, а третья волна валик 58% лича. Ну хуёво, ну. Ну вы нахуй, заходите в лужу. Пидерсия полная. Заходите в лужу. Дайте диван. Джей, на диван. Два
давайте скажу один раз, Шанан, не бей, пожалуйста, джага света, это первое. И второе, не поворачивай духа, когда он дышит. Ты видел, что ты сейчас сделал? У каждого было по 10% хп. Ты знаешь, как сложно захиливать такую парашу, когда шаман не хилит? Ну включи ты мозг, Дима, что ты делаешь? Посмотри, что делает шаман, а потом разворачивай духа в рейд. ГП нахуй. Вот, кинь ему ГП, что это за параша? Двое человека из-за него умирают. Там даже не в ХП проблема была, в том, что на всех сало было, мы не могли валик бить. Так я вот про это и говорю. Каким можно, надо быть дауном, чтобы разворачивать прикасти в рейд, и при том все ловят сало. Да нормальная тема. Тысячу раз так делал. Там лоу ХП было, я думал, блядь, он не кастанет. А он кастанул. Ну тоже, блядь, молодцы нахуй, хуй забили на духа, и давай хуярить этого лича. Тоже надо было уже бежать, а не стоять. Там Валькир не бьет, Матанга не бьет, Ара мало, Конскьюрит упал там, ладно. Доти слабовато, Морден слабовато. На Ара они все нахлубали, блядь. Мне ж под Матанга, Матанга лужу залил еще под лечом, предпоследнюю. Ара тоже в конце умер. Конскьюрит он только один умер и все. Только в конце я умер, потому что сказали заходить ебать, в уже. Я бы нахуй стал нормально под босса, да и все. Нет, блять, его на него хуй забили, ебать, ох. Цените поглощение, 31 тысяча. Как Конскьюрит умер, говоришь? А я виноват, ну заебись. Да, чего Ара виноват, в чем Матанга, в чем виноват? Ну он Ваня только что сказал. Это, дудутипка, че ты Матангу не диспелил? Или как там было дело? Он типа побежал от меня, я не достал. Ну, Ваня, вообще Мара виноват, Ваня. Они за 5 вакир, ну... Валик хуёв. 5 волн набили по 150 тысяч. Хуёв. Так, а то, что он мёртвым лежал, это... Я достал Вальки, и я умер. Его резнули, блядь. Так Матанга там предпоследнюю лужу залил под лечом. Перед, ну, предпоследнюю. Потому что сказали, что заходим, мы умираем в лужу. И зашёл, и на меня кинется скорнение. Ну, я понимаю, но 100 тысяч по валькирам, даже если без вафов, ну, это вообще... Че ты автоатакой там бил? Это больше бы набил бы. Не так, последний по дамагу. Ох, старшка, где, блядь, все? Тип последний по дамагу, лежал мертвый, и ты ему ГП даешь. Ну ладно. Там, зачем ему можно дать? За что дали паладину Ара ГП? Поставь шкаф, боль. Боль, так, боль, 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 шкаф, боль. На РЛ сейчас зайду, на Вара. Мне надо побольше дамага, чтобы было. Ты мне за что, ГП? Тебе Джерион сказал. Я ж уже ответил. Ну так, тух поворачиваешь в рейд. Да, блять, ну хорошо, вот я буду там стоять. Если меня Валька схватит, то что мне делать? То все, просто но без если тебя... попало убьем. Если тебя Валька схватит, это обстоятельства. А вот, если ты приходишь и дышишь в рейд, то это ты виноват. Дайте шкаф. Вообще, не нужно такого бить. Ты должен вести, смотри, типа... Рега в лока нету. Ты ждешь, пока дух дыхнет, и потом идешь в центр, бежишь с этим духом, не паришься. Он уже два раза дыхнул, понимаешь? Он не должен два раза дышать, вы должны успеть его залить. А я же объясняю, всем было похуй. Все... Это все ни при чем, когда ты духа в рейд ведешь. Да у него там лоу хп было, лоу, там, блядь, 1020, он дыхнул и сдох, ну, блядь. Ну ты 20 тысяч и сам мог добить, зачем его вести в рейд? Так я должен уже был в центр бежать, чтобы меня Валька не схватила. В конце. Инстинкты самосохранения, блядь. Шаман 6.4, думал 4.6, пиздец. Это называется несправедливость. Эти шкаф, Локи. Нету камней, он написал. Вот, повалите. Пока летят это, я отойду недолго. Ваня, нет. Ваня, только недолго. Откуда летят? Откуда летят? Скажите, откуда летят? Я успею сишку покурить? 10 сдала рано. Блять, ну 5. Ну ладно. За что, ярмой хочешь сгонять, заливить? Да.
Хватит уже, блять, убьем его. Я пойду удалю спек пропала, никогда в жизни больше с вами точно. Буду тупо пропала ходить. Жалока нет, почему Войт летит? Ко мне у него нет. Представил ситуацию, тип вкачал перса. Играет в одном спеке, ему говорят, у тебя слабый ДПС. Он этот спек сбрасывает, холи-палы делает, хилит, говорят, ты плохо хилишь. Он сбрасывает, танчит, короче. Танчит, говорят, ты плохо танчишь. Он берет перса, удаляет, короче. Ну, примерно, как Шанан сейчас говорит. Как кто? Шанан. Ну, Дилвас говорит, удалю протопала, Шанан, потому что у меня не получается танчить. Да не в этом проблема, заебало, потому что танчится. Да ты потанчил раз пять, наверное. Да у тебя протопала не было, там в рейды протопалов нету. Приходится тебя спекать. Потанга. Вот будет Джерриан спекаться, чтобы не отъебался.